Всем здорово, с вами Петрович. Ну что же, гуляю по лесу. В общем, лес, красота, замечательная погода, солнышко. После работы вышел прогуляться на лыжную трассу, правда, пешочком пока. В общем, трасса такая лыжная. На улице морозит 20 градусов. Где-то 23 что ли. Красота, все белым-бело. Здорово вообще. Вообще красота. А, лесу вообще замечательно. Солнышко светит, еще пока что не село. Время, наверное. Время где-то у нас часа 3 дня. 15 часов где-то. Ну, а еще светит солнце. Еще светло. Замечательно вообще погодка. Кайф. В лесу ходить при такой погоде вообще офигенно. Вышел я с работы. Я думаю, часок прогуляюсь по лесу. Ну, так как не холодно пока. Вот, смотрите, хочу вам показать все это дело. Какая красота. Выходите на улицу, гуляйте, катайтесь. Вообще замечательная погода. Солнце светит вовсю. Снег, деревья все белые, в белых шубах. Ладно, долго не буду снимать. Батарейка садится, холодно на улице, минус 25. Просто вот так все круто. Давайте выходите, вставайте на лыжи. Погодка вообще замечательная. Сейчас тем более март, морозы небольшие. Но когда ветра нет, вообще хорошо гулять. Так что все, до встречи. Выходите на улицу, гуляйте, вставайте на лыжи. Здоровый образ жизни, это круто. С вами был Петрович.